Всем привет! В этом видео хочу познакомить вас с еще одной нейросетью, с помощью которой можно генерировать красивые арты, которая работает так же, как Midjourney, через бот и через сервер в Discord, но при этом она абсолютно бесплатна. Называется эта нейросеть Blue Willow. Нужно перейти вот на этот сайт. Ссылка будет внизу под видео. Дальше нажимаю на кнопку Join the Beta. И у меня открывается приложение Discord, где нужно присоединиться к их серверу. Нажимаю «Присоединиться к Blue Willow». Нажимаю «Я пока тут осмотрюсь». И все, я оказываюсь на сервере Blue Willow. Вот такой вот у них значок с голубым деревом. Здесь можно почитать фак, можно почитать правила. Все то же самое, работает она так же, как Midjourney. Если вы знакомы с интерфейсом и уже работали в той нейросети, то здесь для вас все будет привычно, все знакомо. Нужно набрать команду slash imagine. Дальше свой запрос, получаете 4 изображения и уже дальше от них как-то отталкиваетесь. Здесь в левом меню нужно перейти в одну из комнат, допустим, Rocky 31. И вот здесь вы видите арты всех посетителей этой комнаты, точно так же, как и в Midjourney. В строке я пишу slash и выбираю imagine. Ну и дальше свой промпт. Например, отправляю команду. И жду. Вот мой запрос выполнился. Немного неудобно, что нельзя их бот добавить на свой личный сервер. Дальше точно так же могу сделать upscale любого изображения. Могу попросить 4 варианта, либо переделать снова этот запрос. Здесь, конечно, функций пока поменьше, чем в Midjourney, но все равно генерирует она очень красивые арты, и что самое главное, их число бесплатно и бесконечно. Чтобы посмотреть все свои арты, которые она сгенерировала для вас, потому что лента уходит очень быстро, можно их и пропустить. Вот, например, моя машинка, которую я попросила. Да? Вот сюда вот идем вправо, здесь находим значок почта, нажимаю на него и нажимаю на уведомление. И здесь все мои запросы к этой нейросети. Вот они. Вот мои машинки. Все, что я попросила. Ну, надеюсь, что это видео тоже было для вас полезно, что вы узнали с него что-то новое. Не забудьте про ваши лайки, подписку. Пока-пока.